Ну что ж, главное предложение только сегодняшнего дня. Мама мия, Санта-Лучи, сколько здесь страсти! Потому что это бренд Домити, это итальянский бренд. И, конечно же, от итальянского бренда только яркая, страстная посуда. Целый набор, 5 в одном. Мы сегодня грандиозную премьеру для вас устроили. И цена действует только сегодня. Кстати, представит нам итальянский набор директор по кулинарным соревнованиям в Национальной ассоциации кулинаров России Александр Ростов, который уже 20 лет предан своей профессии. Саша, заходи. Да. Ну что ж, дорогие друзья, пойдем ко мне, я тебе покажу. Смотри, у меня уже на плите все кипит. И вот здесь вот у меня, например, кипит борщик. Борщ! Смотрите, целых 9 литров потрясающего вкусного борща мы приготовили. Где мы приготовили? Это набор. Одновременно кастрюль, мисок для, и для хранения. И, конечно, этой формы для запекания в том числе. И здесь мы с вами будем все готовить. Почему? Да потому что это сталь 1810. Это хирургическая, медицинская сталь, собственно говоря. И здесь мы говорим о том, что, конечно, это можно еще вдобавок и запекать. Сейчас освобожу обязательно место для того, чтобы сходить в духовку. Я все и сделаю. Вот таким вот образом я достаю что? Я достаю кулич. Кулич, который мы скоро все с вами будем готовить. Мы с вами их будем оформлять. И эти замечательные куличи, собственно говоря, мы будем выпекать где? В формах. Mm-hmm. Те одноразовые формы, высокие, некрасивые, когда мы, собственно говоря, пытаемся приготовить в них кулич, здесь не всегда получается. Mm-hmm. Здесь будет получаться всегда. Почему? Потому что это великолепное качество. И потому что сегодня со мной несравненная Ольга Грядунова. Внимание, в комплекте вы получаете сразу 5 в одном. Сейчас расскажу, что значит 5 в одном. Потому что 5 кастрюль абсолютно разного объема. 1, 2, 4, 6 и 9 литра. Причем, обратите внимание, у каждой кастрюли есть крышка. Причем плоская крышка, которая тоже при хранении много места не займет. Цена только сегодня. 4999 рублей. Это уже итальянская история, итальянское качество. Кстати, бесплатная доставка вам гарантирована при покупке набора от итальянского бренда Домити. Знаете, я бы сказала, что это даже 15 в одном. Сейчас объясню, почему. Потому что это кастрюли, которые можно использовать на плите. И огромные кастрюли, в которых варенье будем с вами варить, очень актуально для дачного периода. И в духовке можно использовать. То есть используем как кастрюли и форму для запекания. Мы используем как сервировку. Даже на праздничный стол не стыдно поставить такую красоту. 1, 2, 3, 6 и 9 литров. Дальше. И также вы можете хранить в этих кастрюлях. Что-то осталось, закрыли и в холодильник убрали. То есть получается 15 в одном. Согласны? Звоните и заказывайте. Прямо сейчас бесплатная доставка вам гарантирована. Ну и компактное хранение, если вас смущают объемы. Все хранится очень компактно. Посмотрите. Слушай, ну смотри, вот сейчас мы приедем на дачу. Пойдут ягодки. Вначале клубника пойдет. Будем клубничное варенье варить. Вот у меня мама по сей день варенье делает в тазике. Там нет крышки. Тазик занимает сразу две конфорки, потому что он большой, к нему вечно все пригорает. Это неудобно. Неудобно, вот давай сейчас, конечно, расскажем нашим телезрителям, как по-другому теперь делать варенье. Смотрите, вот я сейчас развожу сахарную глазурь на кулич. Угу. Видите, обычно сахар у нас очень быстро пригорает к любой поверхности. Здесь этого не случается. Почему? Да потому что это сталь 1810. То же самое будет происходить с вареньем. Она достаточно плотная. Напоминаю, что это сталь, которую можно использовать на любых видах плит, газовая, индукционная, галогеновая. И таким образом мы с вами получаем всегда только великолепное качество. И, конечно же, дорогие друзья, вот смотрите, скоро у нас Пасха. Пасха, да. Чудесный мы праздник. Мы испекли кулич, мы приготовили что-то второе, мы сделали даже холодец, мы сварили и покрасили яйца. И мы сейчас на самой маленькой нашей мисочке, в самой маленькой кастрюльке готовим, собственно говоря, глазурь на наш куличик. Это сахарная глазурь. И, собственно говоря, мы это все приготовили в нашем наборе от бренда Домити. Угу. Что же такое бренд Домити? Это итальянский бренд с русскими корнями. Почему русские корни? Да потому что, собственно говоря, Роберто Домити – это человек, у которого бабушка была русская. И он, когда приехал в Россию, вдохновился здесь, в России, придумал вот этот набор.
придумал эти чайники, и сейчас посуда под брендом Domitia выпускается и привозится к нам из Италии сюда, в Россию. Поэтому мы Роберто Domitia считаем своим русским. Потому что если у тебя была русская бабушка, ты априори должен быть человеком, который любит готовить, любит вкусно готовить борщи и так далее. И сейчас уже пришло то самое время, когда мы с тобой будем поливать на наш куличик. То есть мы можем использовать на плите, можем использовать духовки. Вспомните, как многие из вас наверняка по сей день куличи пекут в жестяных банках. От икры, да, вот, например, большие такие банки, ну, в которых консервы хранились. От икры большая банка. Ну, да, да. Я имею в виду об этом баклажановой икры. Ну, у меня так делает вот тетушка. Вот она вот по сей день привыкла вот к этому. Ну, да, я согласен. Мы, например, с мамой все время в алюминиевых кастрюлях пекли, и все это прилипало у нас, все это у нас пригорало, и получалось не очень хорошо. Отзывы наших телезрителей. Татьяна Дмитриевна из Серпухова напишет. Увидела набор на любимом канале. Сразу понравился яркими цветами и компактностью хранения. Уже неделю пользуюсь, готовила даже жаркое, очень удобно и готовить и мыть. Кстати, 27 марта мы вам представили этот набор, и за один эфир было продано более 1000 экземпляров. Сегодня уверенно побьем все рекорды продаж, потому что цена действует только сегодня с максимальной скидкой 47%. Цена 4999 рублей. В комплекте, пойдемте, я вам покажу, вы получаете, я бы даже сказала, 15 в одном. Почему 15 в одном? Потому что это и кастрюли, и формы для запекания, и сервировка на столе шикарная будет, потому что они яркие, красивые, позитивные, аппетитные. И это еще и шикарная система хранения, компактная система хранения. Давайте еще раз покажем вам крышки. Посмотрите, они какие здесь удобные. То есть можно поставить одну кастрюльку на другую. На обычную крышку не поставишь, потому что они все выпуклые, правильно? Смотрите, а здесь даже вот этот нюанс продуман. И ручки, Саш, тоже, посмотри, они тоже складываются. Это тоже очень удобно. Компактное размещение. Сразу несколько объемов. 1, 2, 3, 6 и 9 литров. Давайте посмотрим, как удобно их располагать в холодильнике. Кстати, не боятся холода? Нет, абсолютно не боятся. Мы можем убрать и даже в морозилку от минус 40 до плюс 300 градусов они выдерживают. И можно прямо из морозилки, собственно говоря, поставить прямо. Ну и, друзья, для дачи это то, что нужно. Сейчас за город приедем, там все нужно делать в больших объемах. И соленье, и варенье. Заквасим с вами капусту, я имею в виду. Да и по грибы сходим, и теперь отварим в больших объемах. 9, 6, 3, 2 и 1. Звоните.